говорю, Дениса Ковалева, дополнительные финансовые затраты вырастут как минимум на 1 000 000 рублей в год. Ничего общего не имеется с борьбой с контрафактом, и никакого смысла борить с ними нет. Это будет очень серьезным ударом. На данный момент даже думать об этом не хочется. Это очень трудно себе представить, каким образом это можно у нас конкретно наш отряд Ковалева внедрить. Это будет очень сложно. Рубашки. От уютного загородного дома до элитных особняков и высотных зданий. 5 500 рублей квадратный метр.